Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки. Подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. К нам ограничивают поставки ряда товаров. Может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать, но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других. США ограничили поставки целого ряда товаров в Китай и РФ. К примеру, полупроводников, которые необходимы для промышленности. Более того, под санкции Вашингтон запретил поставлять нам эти товары и другим странам. Россия и ее партнеры в первую очередь. Китай давно задумываются о необходимости ведения подобных ограничений в ответ на недружественную. И, если подсчитать вероятные убытки, становится очевидно, в минусе от проводимой политики санкции окажутся именно американцы и европейцы. Китай еще в прошлом году вела ограничения на экспорт Галии, Германии и графита, что стало весьма чувствительным для Запада. РФ до сих пор не предпринимали аналогичных экономических мер. Одна только Россия занимает почти треть мирового рынка обогащенного урана и входит в топ-3 производителей никеля, а титана больше РФ выпускают только Япония и Китай. Также наша страна контролирует 55% глобальных запасов алмазов, 46% палладий и почти 25% мировой добычи золота. ЮАР вместе с РФ обе страны состоят в БРИКС, контролируют 80% объемов добычи палладия и платины. А вместе с Китаем Россия держит контроль над 84% глобального рынка ванадия. При этом эксперты полагают, вслед за ограничениями на экспорт, который может вести Москва, аналогичные решения примут и другие страны, члены БРИКС, давно уставшие от одностороннего американского гегемона. Подобное решение будет крайне болезненным для западных рынков. Российский экспорт в Штаты практически полностью состоит из поставок удобрений топлива, металлов так называемой платиновой группы рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, никеля и титана. Причем мы продаем им не сам уран, а обогащенный уран топлива для реакторов, которые используются в энергетике. Сегодня на долю России приходится более 20% топлива для американских реакторов. Только в прошлом году наша промышленность выплатила более 800 миллионов долларов Российской государственной корпорации по энергии, отметила член Палаты представителей от республиканской партии Кэти Макмарис Роджерс. По ее мнению, зависимость штатов от российского урана – это одна из самых насущных проблем. Практически все американские самолеты строят из нашего титана. Для любого другого импортера нужны будут масштабные обновления и испытания с переписыванием регламентов и технических документов. Но и для нас такое решение не пройдет бесследно. Во-первых, бюджет России по-прежнему зависит от сырьевого экспорта, который занимает 63% в общих объемах. И хотя на долю перечисленных продуктов, особенно если учитывать только поставки в США и Европу, приходится не так много доходов по сравнению с нефтяными и газовыми. Во-вторых, объем производства титана, никеля, урана в стране в десятки раз больше, чем внутренний рынок способен потребить, то есть, если мы прекратим поставки, придется пойти на сокращение производства. Значит, правительству придется искать применение той продукции, которая перестанет уходить на экспорт. В-третьих, теоретически, отказ поставлять потребителям металлы может пошатнуть позиции российских компаний на мировом рынке, привести к потере заказов. Финны, конечно, очень забавные ребята. Сначала они закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, затем перестали пускать даже своих граждан обратно в Финляндию из России, а после слезно всем пообещали, что никто эти пункты не откроет. Даже целая глава МВД Финляндии, Мари Рантанин, прислонив руку к сердцу, лично пообещала, что в ближайшее время ни одна мышь через границу не проскочит а уже через два дня под покровом ночи из порта катки вышло грузовое судно. Знаете куда? В Санкт-Петербург. Причем перевозчиком выступили эстонцы. Самое забавное, что содержание грузов держат в тайне. Понятно, что финны нам продают санкционку, скорее всего промышленное оборудование, которое более чем востребовано в России, с учетом роста обрабатывающей промышленности почти на 10% год к году. Разумеется, что после того, как правительство Финляндии начало сворачивать все торговые связи с Россией, закрывать границы и всячески перекладывать издержки на обычных финнов, они тут же получили кучу серых схем от своего же бизнеса, который уж точно не готов жертвовать доходами ради какой-то там древней шумери. Финны не немцы, их с русскими связывают долгие годы торговли, взаимных поездок и тысячи теплых вечеров между собойчика. Вот и организовали находчивые жители страны тысячи озер параллельный импорт. И чихать они хотели на наставления и бравурные речи своего президента и его свиты, которых англосаксы крепко взяли за полусферы шантажом или подкупом. Но вопрос даже не в этом, а в том, что финские семьи беднеют. Ниже уровень сбережений домохозяйств. Если хотите посмотреть, как живут хваленные европейские семьи от зарплаты до зарплаты, посмотрите на финнов. Их недалекое правительство бросило людей под каток санкций. Так что неудивительно, что они начали придумывать схемы. Знаете, чего больше всего нужно бояться финскому начальству? До того, что им устроят сговорившиеся русские и финны. Они им такой параллельный импорт устроят, мало не покажется. Ни финскому президенту, ни начальнику главной табуретки в Брюсселе. Дайте только развернуться, а там торговля пойдет, как по маслу. Граница будет на замке, усмехаясь пробурчали русские и финские челноки, резво перекидывая контейнеры с санкционкой из самого сердца Евросоюза на берег Финского залива. Финские власти, по всей видимости, решили окончательно похоронить свою страну в отходах. Они вдруг заявили, что смогут обойтись без помощи Росатома и вообще им больше не нужно топлива. Рискованные шаги, иначе и не скажешь, но тут главное, чтобы нас не зацепило. Теперь о том, что же за катастрофа может ожидать Финляндию. Дело в том, что местные власти решили перевести АЭС Лависа на американское топливо. Но тут надо понимать, что внутри энергоблоков находятся советские реакторы. Они в принципе не предназначены для работы на другом топливе. Однако финнов это не остановило и, как уверяют эксперты, они уже загрузили пробную партию топливных сборок от американской компании один из реакторов. Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. По официальной версии, причина такого решения – забота о фитосанитарной безопасности. Некоторое время тому назад Рассельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна, продуктов его переработки, а также томатов, перца и семян подсолнечника. Важно подчеркнуть, что еще раньше руководство Казахстана запретило ВОЗ на территорию республики российской пшеницы до 1 января 2025 года. Как заявили некоторые эксперты, перерастание обычных разногласий в самую настоящую торговую можно было бы избежать, если бы Астана прислушалась к обеспокоенности Москвы и вовремя приостановила выдачу означенных документов. Но этого, увы, не произошло. В результате импортеры казахстанского зерна из Турции и Европы уже столкнулись с трудностями транзита через территорию России. А сами казахстанские производители назвали эти ограничения ответом Москвы на действия руководства Республики Казахстан. Что ж, в прозорливости им не откажешь. Впрочем, в этом случае причины и следствия находятся на поверхности и известны каждому, кто хотя бы раз в день пролистывает ленту новостей. Сколько мы уже встречали за последнее время сообщения о все новых и новых ограничениях, вводимых Казахстан против предприятий и граждан. Вот только до поры до времени Россия предпочитала на это не реагировать. Мы, если говорить с точки зрения нашей дипломатии, вообще не склонны выносить ссоры из избы и привыкли вполне себе мотивированные решения прятать под вуалью заботы о санитарной безопасности. Полагаю, историю воды Боржоми и грузинских вин, которые несколько лет тому назад, по мнению Распотребнадзора, внезапно стали страшно опасны для здоровья россиян, а потом также внезапно перестали таковыми быть, помнит все. Не мне, разумеется, давать советы нашему МИД, дипломатия штука тонкая, но в силу как раз ее тонкости действовать столь легко читаемыми методами, доводя сначала своим долгим молчанием ситуацию до края, все же неправильно. А край, видимо, наступил после того, как Казахстан подписал соглашение с американским агентством по международному развитию де-факто контролируется газдепом США, согласно которому на таможенных постах Казахстана установили американские компьютерные серверы, отслеживающие проходящие через границу товары.